У нас маски разных размеров. Размер S-очка для самых маленьких. Многоразовые, защитные, еще и на порядок дешевле, чем во многих магазинах. Маски в благотворительном фонде «Облака» начали отшивать еще в марте. За это время фонд подарил и продал более 5000 масок. Сейчас, говорит Анастасия, наступила новая волна спроса на маски. Их стали заказывать в 3 раза чаще. У нас есть свой швейный цех. Это тоже наша программа, в которой участвуют наши женщины-подопечные. Благодаря этой работе у них появляется возможность зарабатывать дополнительно для своей семьи, для своих детей, чтобы их обеспечить и прокормить. Многоразовые маски сделаны из хлопка, они гипоаллергенные и экономичны. Однако даже если такую маску носить более 2 часов, она сама становится источником заражения. Если длительно использовать маску, да, по ее назначению, то есть длительность ее непрерывной носки будет превышать 2 часа и более, то, конечно, медицинская маска накапливает в себе не только болезнетворные микроорганизмы, но также это накопление идет влаги, это накопление идет аллергических каких-то микро- и макроэлементов. И, соответственно, мы при ношении этой маски, да, длительном ее использовании, будем сами реинфицироваться. Вечный спор, из какой же все-таки стороны надевать медицинскую маску. Точного ответа нет даже среди врачей, каждый носит по-разному. Но, как нам пояснили в Алтайском спеццентре, белая сторона лицевая, потому что она считается гипоаллергенной. А вот синяя, как правило, обработана антисептическим средством. Носить такую маску можно до 2 часов. То же самое касается и многоразовой маски. А вот в респираторе можно находиться аж 6 часов. Но для повседневной жизни он не практичен, потому что после использования его уже нельзя стирать и носить дальше. И, конечно, вот эти прекрасные масочки из магазина или их жалкое подобие. По-моему, то же самое, как натянуть колготки на лицо. Но если не делать хотя бы этого, нарушителям грозит предупреждение или административный штраф. Для граждан штраф в соответствии с действующим законодательством может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. Все дела подлежат рассмотрению в районных судах. Решение о том, какой будет штраф, принимает суд. Кстати, в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю отмечают, что жители региона стали более сознательными. Однако ковид-диссиденты все еще катаются в автобусах, ходят по магазинам без масок. Это кадр задержания в петербургском метро. Парень отказывается надеть защитную маску. В Рубцовске на днях троллейбус простоял больше часа, потому что пассажир также капризничал. В этом случае мужчина еще и оплатит штраф за простой транспортного средства. А в Красноярске, например, пассажир вообще избил кондуктора за просьбу надеть маску. Кстати, в Новосибирске за отсутствие маски жителям уже пришлось заплатить более 250 тысяч рублей. В каком размере жители Алтайского края уже поплатились за свое упрямство, мы расскажем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.